В Химках начали праздновать Новый год. Сегодня подарки получили ребята из многодетных семей. Благотворительную акцию провели предприниматели совместно с общественной организацией «Химкинский колосок» и при поддержке администрации округа. В одном из торговых центров детей развлекали сразу два Деда Мороза и две Снегурочки. Подробности в сюжете. Подарки такие большие, что самых маленьких получателей закрывают полностью. От этого их ценность в глазах детей значительно повышается. Еще приятнее от того, что их вручают сразу два Дед Мороза и две Снегурочки. Сегодняшнее чаепитие в Гранде посетило 20 детей из 10 многодетных семей округа. И каждый из них ушел домой не просто с подарком, а с хорошими впечатлениями и новогодним настроением. Я очень жду Новый год. Потому что тогда много будет подарков, все можно будет играть в снежки. Очень классный подарок, особенно вот эта плюшевая игрушка, она мне очень понравилась. Такие праздничные мероприятия для детей из многодетных семей проходят в Химках ежегодно. Мы ежегодно проводим подобные мероприятия, они не всегда бывают на территории мебельного центра, в этом году так. Решили здесь. Большое, огромное спасибо, надо сказать, руководству нашего комплекса с тем, что они пошли навстречу, когда я принесла им эту информацию, что есть возможность это сделать, они с радостью пошли навстречу. Кроме этого, в этом году для ребят из многодетных и проблемных семей администрация Химок совместно с управлением соцзащиты округа подготовила билеты на новогодние елки в Химках и Москве. Сабина Салимова, Виктор Федотов, служба новостей.